ближайшие 3 дня ожидаются заморозки, а уже на следующей неделе зима покажет себя в полную силу. Так сообщает пресс-служба «Казгидромет». По предварительному прогнозу, ноябрь этого года на юге и востоке Казахстана по температурному и осадочному режиму ожидается близким к средним многолетним значениям, а на остальной территории немного теплее обычного, с дефицитом осадков. В начале ноября природа еще побалует теплом и солнцем, однако теплая идиллия не будет слишком затяжной, так как в ближайшие 3 дня ожидаются заморозки. Но в ближайшие 3 дня мы ожидаем прохождения активного циклона, который сместится к нам с западных широт, который принесет с собой влажный воздух, поэтому ожидаем осадки, ветер. И температура воздуха ночью 2,7 мороза, на востоке и севере 15, днем 0,5, на юге 8 градусов тепла. Значительное похолодание ожидается в середине месяца на отдельных участках дорог с севера, востока и центра республики. Возможно образование гололедицы. В утренние и ночные часы окутает туманы, что в свою очередь приведет к ухудшению видимости. Затем на следующей неделе установится на несколько дней погода антициклонального характера, без осадков. Ночи прохладные, по северу до 15 градусов, днем 0,5, на юге 8 градусов тепла. Мирам Гусалкимбаева, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».